Наверное, то, что да, это. Чтобы ты умер уже. Как было от меня надо. Не ловай, значит, папка там у тебя там не надо играть. Не надоело. Вот чтобы пламя не было. Чтобы платная она была.
Thank you.
всех. Нет, просто не вижу, где это где. Ну, это серьезно.
Sorry. Денишко Николадине, беше да дам. Чака, круто ли говори? Приходиме, говори точица, и вичица, и дърчица. Мустард, мустеш. Мустеш итер, ойнтмент, мастер. Мустери, мастер, мастер. Это как объем работы какой-то, да, правильно понимаешь? Который невозможно сделать даже до конца, думаешь, что это... У тебя все равно одна жизнь, так что ты тут не выеживайся. Это как направление, в котором надо действовать, понимаешь? Направление, где... Да, ну, я так тоже считаю, да. Ну, наоборот, да. А, ну счастье невозможно. Невозможно счастье и ничего. Это все значит смерть. То есть, да, либо быть, либо смерть. Да. То есть, ну, да. Че? Да, а. Ну,
А тоже, наверное, потом. То есть это животная жизнь, проживание. Ну, меня не касается. Да это всего лишь слова. То есть, да, понимаю, это не то есть, как бы, возможно, все равно тебе надо будет всю жизнь что-то делать, понимаешь? За деньги людям. И даже всем людям всей планеты Земля, а может даже, если ну, типа того, есть какие-то дела для разумных существ, скажем так. Видишь, да? Если ты разумный, ну, то, что мы разделяем так, да, разумно, неразумно, то есть, понимаешь, то есть мы неразумными существами пользуемся. Других разумных существ, которые никто не может да что ты такие тупые, блин, зачем да в чем ваша выгода, зачем вы все время перекладываете ответственность на третьих лиц? Ваше-то в чем? Зачем? Для чего вы это делаете? Чтобы свою жизнь не жить, правильно? Чтобы не быть женщиной в своей женском теле, правильно? И мужчиной в своем мужском, вот и все. И так до конца своих дней проклятую супругу получить. Вот и все. И то, что тебе любой психиатр это скажет, понимаешь? Психолог, потому что так вот реальность такая, понимаешь? Да, чакра, шмякра, все вот в этот момент прямо сейчас происходит, да. Объем работы, дорогая, ну да, я смелюсь предположить, что у женщин наоборот, потому что если бы, ну можно сказать так, если бы Бог хотел, чтобы ты трудился, у тебя был бы мозг большой, красивый мозг, больше, чем у мужика, и ты бы не беременела тогда, ты бы, ну, яйцо положила и пошла своими делами заниматься умными, большими, красивыми, сильно, и надо быть сильной тогда, как бы, ну, физически развитой хотя бы, конечно, но я не касается, это неинтересно. Поскольку это, да, интеллект надо иметь, понимаешь? Потому что интеллект только для этого. Короче, деваться некуда, я к чему. Потому что все нормально, деваться некуда. Все равно тебе придется эту жизнь прожить. Эту жизнь сделать хорошо. А что значит хорошо? А что значит ждать? За себя, значит, да? Значит, да. Но это слово, видишь, когда ты начинаешь пафос, это уже опасно становится. Значит, ты почти суицидник уже, да, когда начинается такой бетховенский такие. Ну да, но это не важно. Ну или французский, ну это понятно. Мы только не очень умные люди. Значит, мы не понимаем, что России ты ничего раз такого. Ну не хорошо. Это тоже по-своему, да. Так, я должен, наверное, завтра. Политика. Ну не суть, просто работать надо все по самым настоящим делам, которые да, не пойми, что вообще просто, которые да. Самоизбранный, я бы сказал, да, значит.